Для сохранения здорового сердца и сосудов нужно каждый день употреблять 5 порций овощей и фруктов. Они являются источником клетчатки, которая как губка впитывает избыток жиров и выводит их из организма, рассказывает главный врач лечебно-оздоровительного центра Северского трубного завода Анна Котикова. Салаты у нас представлены именно сезонными овощами. И рекомендуется всем медицинским сообществам употреблять местные сезонные овощи и фрукты, потому что они содержат те вещества, которые лучше всего усваиваются у жителей данной территории. А еще овощи – это источник природных нитратов, и они тоже нужны организму в разумных количествах. Сегодня Анна Котикова в рамках недели здорового сердца вышла в столовые предприятия, чтобы промаркировать блюда, полезные для здоровья, наглядно проиллюстрировав заводчанам, чем же лучше всего сегодня пообедать. Помимо овощей и фруктов очень важно употреблять белки животного, растительного происхождения, клетчатку растительного происхождения. Это все содержится в крупах, в бобовых, в макаронных изделиях, в овощах, которые приготовлены на гарнир, да, с тепловой обработкой. Альбина Балашова, распределитель работ в электросталеплавильном цехе, обедает в этой столовой ежедневно. Она приверженец здорового образа жизни, регулярно посещает спортзал и следит за своим питанием. Несколько лет назад отказалась от майонеза и жареных блюд. Не всегда есть возможность из дома приносить контейнеры, то, что я там кушаю в обычной жизни, и то, что есть тарелка здоровья и выбор здорового питания, полезного, не слишком калорийного, это безусловный плюс и экономит время личное дома на готовку там разносольных всяких блюд. По мнению менеджмента Северского трубного завода, влияние пищевого фактора на здоровье человека составляет около 80%. Применение в рационе блюд диетической кухни является средством профилактики различных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Особое внимание на постоянном контроле от администрации завода, от администрации провайдера, постоянные проверки, контроль, то есть проба снимается первыми лицами завода, и это очень важно, потому что таким образом мы определяем полную яркую картину, как организовано питание. Ну а неделя здоровья – это тот повод, наверное, в очередной раз развить и прорекламировать ту самую социальную политику, в том числе тарелка здоровья, для всех работников, находящихся на производственной площадке Северского трубного завода. Сегодня в меню столовой паровые котлетки, отварная кура, тушеные свежие овощи, супа, сплошная клетчатка, правильные жиры и белки. В каждой тарелке баланс микроэлементов и витаминов, так полезных для здорового сердца. Тарелка здоровья предоставляется нам, сотрудникам Северского трубного завода, с дотацией. Мы можем взять и салат, и морскую капусту, в принципе, что достаточно полезно для нашего организма в условиях нашей уральской погоды. Супы горячие, тоже приятно попробовать, разные виды, борщ, солянка, там, суп с домашней лапшой. Ну, все это достаточно удобно, когда сотрудник получает дотацию и может питаться здорово, приятно и полезно. Управление рабочего снабжения постоянно находится в поиске новых рецептов и блюд. В рамках взаимодействия со специалистами по здоровому питанию трубной металлургической компании мы расширяем, периодически обновляем ассортимент тарелки здоровья, так как одни и те же блюда, они немножко людям приедаются и приходится, какие-то старые рецепты поднимать там и дорабатывать, модернизировать. То есть, да, безусловно, тарелка здоровья постоянно обновляется. Организация правильного питания в рабочих столовых – это практическая забота о здоровье трудящихся. Вкусные и полезные блюда доступны заводчанам ежедневно. А если добавить к правильному питанию ежедневную физическую нагрузку, то это даст возможность каждому работнику многие годы поддерживать высокую деловую и творческую активность и сохранить свое сердце здоровым. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости 11 канала.